Работы по укреплению берега Читинки ведутся уже второй месяц. По госконтракту это берег протяженностью от Угдана до моста по улице Ковыльная. Всего планируется провести работы по укреплению берегом камнем на 12 участках. Стоимость работ составляет 37 миллионов рублей. Все деньги полностью за счет средств федерального бюджета. Основная задача проведения данных работ – защитить жилые дома, расположенные возле реки, от размыва берега. Работы ведутся опережающими темпами. Работы рассчитаны на 3 года, однако по планам подрядчика именно укрепление берега будет завершено уже в июле этого года, поскольку нет гарантии, что река за эти 3 года подождет и не затопит людей снова. Опыта у подрядчика много. До этого объекта он работал по укреплению берега Анона с 2019 года. Сама технология следующая. Берег максимально выравнивают, поскольку чем положе грань, тем меньше она размывается. Сверху берег укрепляют скальником. На всю протяженность будет уложено около 30 тысяч кубометров породы. Скальный грунт у нас завозится крупной породы для того, чтобы в случае поднятия уровня реки не было, собственно, размыва берегов. Вследствие чего предотвращаем риск потери имущества граждан, проживающих в прибрежной зоне, и также дорожной инфраструктуре, которая имеется на всех производимых участках, для того, чтобы граждане, ну и машины социальной помощи, там, пожарные, могли проехать к отдаленным, к сложным участкам. Параллельно работа ведется на нескольких участках одновременно. 7 самосвалов задействованы на подвозе грунта, погрузчики и экскаваторы выравнивают и утрамбовывают кромку. Высота берега не должна быть ниже 3,5 метров. А этот участок, где берег только ждет преображения, местные жители в прошлые годы пытались сами проводить укрепительные работы, однако это малоэффективно. В ближайшее время и сюда придет тяжелая техника, чтобы обезопасить жителей. Главное – успеть до начала сезона дождей. Вера Садулина, Евгений Нафигов, РТК Забайкалье.